продолжаем знакомство с достопримечательностями Днестровского каньона. Одним из туристических маршрутов из села Устечка в село Нагоряны проходит по живописному каньону вдоль русла речки со смешным названием «Поросячка». Местами каменистая тропа проходит прямо по воде, а затем резко поворачивает в сторону от русла и устремляется вверх, превращаясь в лесную дорогу. В солнечную погоду буковый лес светится от солнечного света. Преодолев подъем при выходе на плато, на котором и находятся Нагоряны, нас встретил отряд стражей. Немного подумав, нам позволили пройти в село. Кроме свежего воздуха и прекрасных пейзажей, в Нагорянах есть памятник национального значения. Это церковь Святого Николая 17 века. В 60-х годах 20 века этот памятник сакральной оборонительной архитектуры служил складом стройматериала. Местные жители на средства общины восстановили разрушенную святыню. Рядом с храмом, также в 17 веке, была построена одноярусная колокольня. Позднее, в 18 веке, был достроен второй ярус с открытой аркадой. При входе на территорию храма встречают ярко раскрашенные ангелочки. Их и другие скульптуры в народном или наивном стиле создал местный скульптор. Об оборонном характере и времени постройки свидетельствуют мощные контрафорсы с западной стороны храма, а внутри – готические своды и окна, больше напоминающие бойницы. Внутри храм очень уютный и ухоженный. В нижней части царских врат старинного иконостаса помещено изображение Адама. Сейчас храм принадлежит греко-католической конфессии. На территории храма размещены статуи Святого Николая, Богородицы и Христа, созданные местным скульптором. Нагоряны – очень живописное, ухоженное село. Здесь есть народный дом для занятий творчеством, а перед ним установлен бюст Шевченко. К сожалению, кафе в Нагорянах нет, но кофе можно заказать в магазине и отдохнуть на открытой площадке. В 2004 году на средства общины в Нагорянах была построена еще одна церковь Святого Николая. Рядом с церковью жители Нагорян поставили памятник борцам за свободу Украины. На окраине села с давних времен сохранился источник Святого Николая. С Нагорян открываются потрясающие панорамы на Джуринский или Червоногородский каньон и руины замка.
Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал.